Кате Лель всего 48 лет, вся жизнь впереди. Но уже написала завещание. Дочь певицы, Амелия Кузнецова, родилась 8 апреля 2009 года. Ей же, по всей видимости, и достанется добро знаменитой матери, накопленное за 23 года. Я знаю много случаев, когда человек доживал до преклонного возраста и не думал о том, кто будет его наследниками и как они получат деньги и квартиры, вздыхает Катя. Я же считаю, что этим нужно озаботиться как можно раньше. Поэтому написала завещание еще 2 года назад. Я разумный человек, понимаю, каким трудом это все зарабатывается, поэтому и хочу, чтобы мой ребенок жил в защищенном мире и получил то, что он заслуживает. Объяснила Катя свою волю. Что же сподвигло звезду? Постоянные перелеты, поезда, непредсказуемая жизнь, перечисляет Катя Лель. А мне хочется, чтобы моя дочь знала, мама и папа ей что-то оставили. При этом оставила ли она что-то старшей сестре Ирине, которая работает у артистки директором, Катя ничего не сообщает.